Всем привет, с вами сайт Бызова.ру. Сегодня мы находимся в городе Калтан и продаем автомобиль Toyota Nadia 99 года выпуска. Автомобиль переднеприводный, объем двигателя 2 литра, коробка автомат, салон трансформер. Атака, бро! Атака, дем ее там. Bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatac, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, alabao. Сейчас мы зададим пару вопросов владельцу данного автомобиля. Давно ли вы владеете данным автомобилем? Данным автомобилем я владею 3 года. Какое переоборудование данного автомобиля вы производили в процессе эксплуатации? На данный автомобиль с момента покупки была установлена сигнализация с обратной связью, так как при покупке был только центральный замок с завода-изготовителя. Также на данный автомобиль был установлен конвектор на радиоприемник. И были ли какие-нибудь нарекания в процессе работы данного автомобиля? В процессе эксплуатации были заменены передние 2 стойки, задние 2 амортизатора. Также заменены тормозные колодки круговые. А также в процессе эксплуатации были заменены сайлентблоки. Данный автомобиль за все время эксплуатации, сколько проехали на нем, проехали за 3 года мы 20 тысяч, то есть он ни грамма масла абсолютно не прибил. Технические жидкости все своевременно, разумеется, менялись. Здесь заменено масло в двигателе, масло в коробке. Данный автомобиль использовался для передвижения на дачу и обратно, а также на место отдыха. Размеры багажника радуют нас своей вместительностью. В багажнике также дополнительно установлена подсветка и удобный вместительный ящик для инструментов. На заднем сидении установлены такие удобные подлокотники со встроенными подстаканниками. Очень удобно. Также вы можете легко сложить заднее сиденье, увеличив тем самым объем багажного отделения практически в 2 раза. Вот такой вот большой и объемный багажник. Отсюда в особенности. Полка снимается. И вот мы закончили проверку данного автомобиля толщиномером. Измерения выявили, что данный автомобиль в ДТП не участвовал. Ни один из кузовных элементов автомобиля дополнительно не красились. Данный автомобиль Toyota Nadia 99 года выпуска вы можете приобрести на сайте Bizova.ru в разделе «Продажи автомобилей». С вами был Александр. До новых продаж!